Субботнее утро в Волосовской средней школе номер 1 вовсю кипит жизнь. Но сегодня эти ребята пришли сюда не за тем, чтобы грызть гранит науки, а поболеть за своих одноклассниц. В большом спортивном зале проходят районные соревнования по баскетболу среди девушек. В них принимают участие 8 команд. Сегодня играют Сабская, Волосовская, Яблоницкая, Изварская, Кикеринская, Сельцовская, Большеврудская и Бегуницкая школы. Юные баскетболистки и ученицы 10 и 11 классов. Турнир проходит по олимпийской системе, проигравший выбывает. Многие спортсменки уже не раз принимали участие в подобных соревнованиях. Команда кикеринской школы, они в желтых майках, приехала за победой. Капитан Елена Федорович утверждает, что в этом году у них есть все шансы. Игра проходит по всем правилам баскетбола, разве что судейство здесь не особо строгое. Вот сегодня, если кто выигрывает, будет сыграть по 4 игры. Баскетбол по всем правилам, только мы немножко не столько жестко их судим, поэтому у нас вот такая вязкая игра получается, потому что они не профессионалы. Тренер волосовской команды Донат Платонов сегодня еще и судья. Его основная задача – быть объективным. Но за кадром он признается, что в душе все равно болеет за своих. В следующую субботу, 27 октября, в этом же зале пройдет соревнование по баскетболу среди юношей. Тогда же состоится и общее награждение.